А мы продолжаем рассказывать про способы, которые помогут вам сохранить доступ к YouTube. Я не устану повторять, что на сайте Теплицы есть энциклопедический материал, в котором описано максимальное количество этих инструментов. Для телефонов на Android по-прежнему рабочим способом сохранения доступа к YouTube остается VPN. Но есть и другие, в некоторых случаях более эффективные решения. Например, такое приложение, как ByDPI Android. Чтобы его установить, сначала обзаведитесь Obtainium — инструментом для автоматического получения обновлений приложений напрямую из репозиториев. Заходим на страницу приложения на GitHub, скачиваем и устанавливаем, разрешая установку из неизвестных источников. Мы-то этот источник знаем? Теперь открываем Obtainium, жмем «плюс», выбираем «добавить приложение по URL», копируем ссылку на ByDPI Android, оставлю в описании, и устанавливаем само приложение. Теперь можно запустить его с устройства. Работает он по принципу VPN. Включайте, когда у вас есть необходимость. Если вдруг что-то не работает, идем в настройки. Здесь можно экспериментировать с режимом VPN или прокси, пунктом Split Position и другими. Тонкие настройки программы под ваш конкретный случай можно поискать на странице программы, например. Открывайте YouTube с подключенным ByDPI Android. Еще одно решение — Power Tunnel, тоже приложение для обхода технологии DPI. Его можно взять на GitHub, ссылка будет в описании, но даже через поисковик все очень быстро находится. Скачиваем свежую версию, устанавливаем. Power Tunnel также работает по принципу VPN, остается только подключиться и пробовать, работает ли это решение. Если нет, идем в настройки, прервав соединение. Нас больше всего интересует Liberty Tunnel. Здесь вы можете тонко настроить методы обхода и указать, для каких сайтов их применять. Повторюсь, на странице приложения на GitHub можно найти инфу для решения отдельно взятых случаев. Еще одним решением вполне может стать браузер Sina. Он использует новый подход для обхода инфраструктуры интернет-цензуры, позволяя пользователям делиться загруженным контентом друг с другом через пиринговую сеть. Установить его можно прямо из Google Play. Далее идем в настройки, три точки внизу, и находим пункт «Источники сайта». Убираем галочку с пункта «Сайт». Теперь возвращаемся на главную и в адресной строке пишем «YouTube». Прикольно, по умолчанию ищет через DuckDuckGo. Все, к использованию готово. Из минусов может быть медленным из-за технологии, на которой он работает. И да, повторюсь, все эти инструменты могут работать не всегда и не у всех. Но вот их вариативность — это и есть тот ключ, который поможет вам подобрать вариант именно для вас. На этом, пожалуй, все. В современном мире самое главное — оставаться людьми во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.